Всем доброго времени суток, дорогие друзья! И сегодня у нас будет такой видосик, видосик-отзыв, как обычно, о наушниках HyperX Cloud Alpha. Вот они, вот такие вот у нас наушнички. Наушнички приобрел я совсем недавно, то есть, ну, кого-то может это раздражать, конечно, слово, наушнички, коверканье. Поэтому сразу так исправлюсь, наушники. Наушники долго я выбирал и все же остановился на HyperX Cloud Alpha, потому что на них было больше всего положительных отзывов, их очень много покупали. Но это неудивительно, потому что они уже давно на рынке. И я долго-долго сомневался, стоит ли вообще покупать такие наушники, потому что у меня уже были, вернее, есть другие наушники с размером динамиков 52 миллиметра, и как бы, ну, я думал, а стоит ли покупать геймерские, потому что я начал играть в PUBG, видите ли, а звуки шагов слышно очень плохо, да и вообще на моих наушниках шумоизоляция, она немножко хромала, потому что они не особо плотно сидели на голове, да и дуги были поломаны уже с двух сторон, вот, поэтому пришлось все-таки купить новые наушники. И что сразу хочется сказать по поводу этих наушников. Наушники качественные, действительно. Оплетка головья очень хорошая, она мягкая. Амбушюры тоже очень мягкие. Я, конечно же, не буду говорить, что они снимаются. Они все снимаются, их можно заменить, если что. И что самое главное, дуги здесь, вот эти вот, на которые крепятся чаши, они металлические. Это очень важно, потому что на моих наушниках они были. Они пластиковые. И, в общем-то, их мои родные и близкие сломали. Потому что, как бы, ну, я ими в основном пользуюсь. И, как бы, жена с ребенком, ну, тем более ребенок, ну, вы же понимаете, в руках все горит. Поэтому мне наушники ушатали. Вот, а эти наушники сидят плотно на голове. Шумоизоляция, как я уже сказал, очень хорошая. Они довольно громкие, особенно если подкрутить эквалайзер. Многие жалуются, что они тихие, басы какие-то там не такие и все такое. Можете по этому поводу даже не переживать. То есть есть эквалайзер, все что надо, все можете настроить под себя. Любой бас, любую громкость также можно настроить. Можно настроить так, что, блин, они будут орать, перепонки вам лопать. Вот, и я, собственно, я так и сделал. Под пак, под шаги. Я настроил под себя именно эквалайзер, чтобы было хорошо слышно шаги. И, блин, это просто обалдеть. В этих наушниках, кстати говоря, позиционирование противника я слышу намного лучше, чем на своих старых наушниках или каких-либо других, которыми я пользовался до этого. Поэтому цена за эти наушники полностью оправдана. Ну, что касается по дизайну, я ничего высказываться по этому поводу не буду, потому что, ну, это такая субъективщина, как бы, ну, наушники как наушники. Главное, что они громкие, что они качественные, хорошая звукоизоляция, оголовье металлическое. Вот эти, кстати, чашки, они тоже металлические, правда, я не знаю, зачем можно было сделать их как бы пластиковыми, ну, в принципе, по барабану. Вот, в целом, по поводу коробки тоже вообще высказываться не буду, потому что, ну, это как бы... Там еще чехол лежит, он... Закинул в сумку и как бы пофигу на этот чехол. Что касается кабеля. Кабель, кстати, блин, длиннющий. Здесь трехметровый кабель в общей сложности. То есть сам кабель, который... Тут их два. Он разделен на две части. Один с тремя контактами, которые можно подключать к телефону для того, чтобы передавать и звук, и микрофон. Звук из микрофона. И есть второй для компьютера, ну, то есть для всего остального. То есть там два отдельных выхода под звук и под микрофон. Микрофон, конечно же, встроенный я сразу снял, потому что он паршивый. Ну, как паршивый? Ну, такой себе. По сравнению с моим, я лично пользуюсь микрофоном от фирмы Boya. Это, по-моему, китайская фирма или какая, я уже не помню. Короче, на Алике заказывал я когда-то Boya M1 и... Несмотря на то, что это просто петличный микрофон, качество звука, блин, намного лучше, чем из вот этого вот, который идет в комплекте с наушниками. Он, кстати, снимает, что очень хорошо, он снимается, это просто огромнейший плюс. Я именно выбирал такие наушники, чтобы можно было снимать кабель отдельно, кстати, здесь съемный кабель, и чтобы можно было снимать
микрофона, он выглядит, ну, вот так вот. Ну и сами понимаете, как бы со встроенным микрофоном, ну, не камильфо. А так микрофон снял, у тебя красивые наушники, ничего не торчит, можно их, кстати, даже с собой взять на улицу, музычку послушать, как в лазер накрутил, там все, этот самый, ходишь нормально, без микрофона, как... Белый человек, наверное, говорить уже некорректно, да, ну, как нормальный человек, как говорится, homo sapiens, ходишь, все, у тебя ничего не торчит, кабель нормально, все есть, единственное, что здесь нет блютуза, есть наушники, конечно, с блютузом, но нет блютуз, поскольку, потому что у меня уже есть наушники с блютузом, поэтому как-то по барабану. Вот, собственно, вот такие вот пирожки у нас по поводу этих наушников. Так что покупка, я полностью доволен, блин, качественные классные наушники из нормальных материалов, что самое главное, металлические дуги, как я уже сказал, дуги, что-то какое-то ударение странное, дуги, металлические дуги. Есть такой телефон, кстати, дуги, ассоциация возникла вдруг. Ну да ладно, пофигу. Короче, вот такое вот у нас сегодня было коротенькое видео по поводу вот этих вот классных наушников Cloud Alpha. Вот, поэтому если думаете их брать, то берите, не пожалеете. Самое главное, если у вас старая материнская плата, которая старше 2 лет там, или еще древнее, там, конечно же, будет хреновый усилитель стоять, то есть, да, встроенный, ну, этот самый, аудиокарта, поэтому звук может быть не очень. То есть вам, наверное, придется еще даже докупать аудиокарту отдельно, чтобы нормальное звучание было. Хотя, я думаю, если руки растут оттуда-туда надо и подключить эквалайзер, думаю, тоже будет нормально. Потому что у меня современная аудио, этот самый, материнская плата, которая вышла в этом году, и на ней стоит очень качественное аудио, кстати. И мне, как бы, покупать необходимость аудиокарту вообще, ну, не нужно. У меня есть, кстати, для тех, кому интересно, стоит материнская плата от Gigabyte. Gigabyte бренд Allright, да, окей. Вот, от Gigabyte у меня здесь Aorus X570 Elite. Вот, и там действительно классное аудио стоит. И есть фирменный софт даже, Realtek. Я, там, кстати, BIOS обновление для Realtek вышло, я поставил, и у меня появился эквалайзер, у меня и звук нормальный стал, у меня, в общем, все наладилось, вообще все стало all right с платой Gigabyte. Вот, так что, такие вот дела. Самое главное, следите за обновлениями, потому что производитель тоже их как бы выпускает, что-то улучшает и, соответственно, выкладывает на сайте. И вот я вот обновил, и у меня улучшился звук и эквалайзер. Все, в общем, настроек стало намного больше, и интерфейс стал совершенно другой. Короче, пора, думаю, заканчивать, а то воды налил тут видео ненужной. Рекомендую к покупке обязательно, хорошие наушники, ничего плохого сказать не могу. Так что, всем до новых встреч, дорогие друзья. They resort to all sorts of symbolic methods of expiation. They go to confession. They see an analyst. They do all kinds of things, which will be ways of actually not doing anything about the problem. Because
becomes the goal, and it does when you work that way. You begin increasingly to confuse it with happiness. Or with pleasure. Yes, one can take a whole handful of crisp dollar bills and practically water your mouth. Practical.